Всем привет, меня зовут Настя, и если вам интересно, сколько хлама я купила на этот раз, оставайтесь со мной и поехали. На этих зимних каникулах я ездила в Ростов к своей лучшей подруге и немного была в Краснодаре. По-моему, 3 или 2 дня. Мы приезжали туда на день рождения, но это небольшая предыстория. На самом деле вещей сегодня будет очень мало. Всего 2 вещи. И первое — это вот такой свитерок. Его я покупала в магазине Benetton. Еще, кстати, у себя в городе. Просто сейчас холодно на улице. И вот эти свитера, они из шерсти 100%. Я даже не знаю. Ну, не свитер. Ну, свитер, наверное. Это шерсть с чем-то там вперемешку. Не знаю, то ли просто шерсть. В общем, если вы ищете себе такой свитер или удобную кофточку, тантовку, которая такая теплая, надел, и тебе очень тепло, в ней даже жарковато, то в Бенетоне куча цветов у них есть, и я вот всегда себе покупаю, просто они быстро садятся, поэтому лучше стирать их вручную и ни в коем случае не в машинке, как я делала со своими прошлыми, которые все сели настолько, что я отдала своей младшей сестре. Вторую вещь я купила в магазине Pull&Bear, я его просто обожаю, и очень жалко, что у нас нет в городе этого магазина. Я купила себе комбинезон черный. Я тогда искала в магазине просто какую-то вещь, которая мне бы понравилась. И набрала кучу-кучу шматья, перемерила все, и, как всегда, мне в последнее время совсем ничего не нравится. Я не знаю, какой стиль у меня в одежде, и что мне идет, что нет. И как-то тяжело. Мне кажется, что весной я останусь без вещей. Зато я наконец-то купила себе ковер в магазине Икеи. Я привезла себе с Ростова ковер, потому что у нас нету Икеи. И натуральный ковер, я не знаю, я долго сомневалась. Я думала, может, не стоит просто из-за фоток покупать натуральный ковер. Зачем он мне нужен? Я купила себе такой ковер, на нем можно сидеть, я не знаю, лежать. Он не очень, кстати, большой. Я его поснимаю отдельно. Он обычный, из синтетической ткани, наверное, какой-то искусственный ковер. На фотках выглядит круто, я его купила, чтобы делать вот такие фотки. Я их вставлю сюда. Ну, такой он классный, не знаю, стоил он всего 700 рублей, по-моему, или 699, что-то такое, в этом ценовом диапазоне. На самом деле, из этих я очень... Трещала, когда первый раз видела ковры, они были, по-моему, фиолетовые, тогда в Икее, это было годика 2 назад. Я трещала, говорю, нужно накупить их и сшить себе шубы, потому что сейчас очень модно, на самом деле, так что можно... Блин, смотрите, можно себе шубы сделать из такого ковра. Ладно, хватит. Я вся в белом сегодня, как ангел. Это сейчас такой треск идет, то что чем хуже характер, тем светлее вещи должны быть. Вот я сегодня прям полностью подхожу под это утверждение. Также в магазине Икеи я заметила такую штуку. Я давно видела у многих на фотографиях, в видео. Это такой подсвечник. Он здесь вот так открывается. Оп. Он, оказывается, очень дешевый. Он стоил 250 рублей, по-моему. Туда вставляешь свечку. И можешь использовать его везде, на улице, в доме. Я купила, думаю, для видео, и вообще он мне очень нравится, он такой милый, не знаю, и дешево стоил. Единственное, я переживала, как я буду его вести, но у меня был огромный чемодан, но я его не стала туда запихивать. Я думала, что это все побьется. Но ничего, я довезла его. В общем, стоило это чудо 250 рублей, как я уже сказала. И свечку я, правда, еще не вставляла, думаю, купить какую-нибудь. У нас есть магазин Ютера, Икеи нету, какую-нибудь прикольную, вкусную. Так что буду благовоние делать дома. Смотрите, можно так ходить. Трясково, да? Классно. Как из фильмов американских. Там, кстати, есть такие розовые, голубые и белые. По-моему, больше цветов не было. Мне кажется, если у вас есть фантазия, то вы можете покрасить вообще в любой цвет, хоть в черный, если вам под комнату не подходит. Сейчас покажу новинки из своей новой косметики, как бы. Что мне очень понравилось, что я любила. И вообще классно то, что советую. Первая — это вот такая помада. Она от Divage. Это такая там матовая серия. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот так.
И на губах она... Давайте вот так сделаю. Вот так вот. В прошлом видео, где я так записывала покупки с AliExpress, а я использовала, по-моему, эту помаду. И вот от нее губы получаются именно матовые. Она немножечко сушит, но это как и все помады. Но я под них всегда крашу побольше единички, потом промакиваю и вот сверху карандаша наношу эту помаду. Также я купила вот себе карандаш. Вот такой. Это Винъен Сабо, сейчас 101 номер. Я, кстати, говорила тоже в видео, смотрите. Видите, как идеально получается. И карандаш немножечко темнее, чем эта помада. Помада... Так, карандаш 101 номер, а помада 3-го номера. Вот так это выглядит. И из-за того, что карандаш темнее, а помада чуточку светлее, то губы кажутся больше. Реально, прям очень такие. Это, знаете, такой стиль Кардашин. Сейчас очень модно этот нюдовый как бы макияж, но в то же время у тебя вот такая шпаклевка на лице, как у меня сейчас. Может, специально для видео, чтобы лицо было более-менее идеальным и нравилось мне, когда я монтировала это видео. А также я нашла себе классный черный карандаш. Не обычный карандаш, а вот такой он, как помада. Это Ифраше, как бы каял, я не знаю, да, каял. Он вот такой конусной формы. Он очень-очень мягкий, черный. Я не буду сейчас мазать его на руку. В общем, он офигенно подходит, если вы хотите слизистую сделать, или помягче растушевать, или попробовать. Им можно как подложку под тени темные делать. Он очень крутой, классный, очень мягкий. Я не знаю, мне очень понравился. Вот такой вот он. Я советую, если кто-то ищет себе черный карандаш, как такой мягкий, именно вот, чтобы прорисовать слизистую или вообще подвести глаза удобно. И можно, а потом кисточкой растушевать себе. Вообще очень носибельно, удобно. И глаза не слезятся от него, как от многих других. У меня последняя вот фотосессия была, и там мне девочка делала водную линию, и у меня просто настолько тек глаз. И я не знаю, мне кажется, что даже на всех фотках это заметно все равно. Из-за того, что постоянно слезы текли с одного глаза, и весь макияж просто ну, ушел, как бы, испортился. Так что хороший карандаш тоже очень важно, который подходит вашим глазам. Также еще хочу посоветовать. Это, кстати, я все на Каспийской неделе моды нашла вот карандаш. Ну, и все, только карандаш. Мне девочка посоветовала, визажист, и мне очень понравилось, и я пошла себе тоже купила. Также мне понравились вот такие тени Dewash. Именно это специально для бровей. У меня вот такие посветлее. Я видела в магазине, еще есть, по-моему, темнее. Для девушек, которые более темные, у меня вот такие вот. Там еще кисточка в наборе шла. Это неудобно для меня. А то, что короткие кисточки, я люблю такие длинные. Их я, кстати, у меня целый набор этих кистей. Я заказывала их на Али. Блин, мне кажется, что я могу ссылку даже оставить вам с этими кисточками. Ими удобно очень. Но там целый набор на самом деле. Я использую их. Они синтетические, скошенные. И в последнее время я поняла, что маленькой кисточкой мне не так удобно рисовать брови, как именно большой. Может быть, кому-то нужна будет эта информация. И облегчит ваши страдания с бровями. У меня, кстати, сегодня набор такой. Смотрите, тут колечко и браслет. Я не знаю, может, вы видели у многих блогеров. И я его заказывала в магазине Avon. Кстати, тоже новый, вот, тоже покупки. Вот, ну, смотрится достаточно мило, особенно колечко. Так красивенько. Такой камушек в магазине, ну, в этом, в интернет-магазине Avon. Вот. И также последняя, наверное, покупка. Я сейчас собираю Пандору, так же, как и я уже давно, по-моему, собираю. Вот, и я сейчас решила собирать сказку, и у меня уже тут есть вот такая корона и этот замок. Вот думаю все из сказки покупать, но последний раз психанула и, короче, вот такую херню купила из-за того, что мне дарили вот эту эту, как она называется, я не знаю, зажим вот этот вот, блин, клипса, вот. В общем, эту мне дарили, и вторую я решила тоже себе купить, чтобы хоть как-то не сочетались вдвоем. Вот так. Я не знаю, кому это интересно.
Ну, вдруг кому-то интересно. Я на самом деле обожаю смотреть чужие Пандоры и смотреть, кто как собирает. Ну вот все, всем спасибо за просмотр. Кому понравился мой хлам, ставьте пальчики вверх. Кто себе хочет такое же, копите денежки и покупайте. Ну, также у меня еще есть группа ВКонтакте, где я выкладываю ссылки с сайта AliExpress на классные товары какие-то. Так что, если вам интересно, заходите. Если вам понравится, то подписывайтесь. Мне будет очень приятно. И всех целую. Всем пока.